архитектура, среда обитания человека, наиболее востребованное, наиболее долговечное творение, созданное руками человека. Сам человек в среде обитания, в среде архитектуры. Это потрясающе. Тем более, если это Венеция. Фейерверк красок, настроение. И все это на фоне потрясающей венецианской архитектуры. Мы сделаем с вами венецианский карнавал. Изобразим карнавальное шествие на фоне венецианской архитектуры. Это будет очень интересно. Вы научитесь говорить языком живописи. Вы научитесь говорить языком композиции. Я покажу вам структурный строй композиционный, который поможет вам сделать эффектную, выразительную работу, которую не стыдно будет подарить или украсить свою комнату. 7 марта приглашаю на вебинар, посвященный карнавальному шествию в Венеции.